Привет. Сегодня мы с тобой поиграем в один из уровней Doom на сложности Ultra Violence. Но не в обычный, а в ремейк Джона Ромеро. Так. С помощью команды консоли переносимся сразу на четвертый уровень первого эпизода. Именно этот уровень Джон Ромеро решил переделать, потому что оригинал был сделан Томом Холлом. Итак, я использую Genesis Doom для игры. Использую вот такие вот настройки совместимости и визуала, потому что мне нравится Doom в его более-менее первозданном виде. Итак, без лишних слов, хватаем пулемет, расстреливаем этого зомби, и он того тоже. Всаживаем почти весь магазин шпинки. Ставки распределяем среди остальных противников. Прекрасно. Хватаем первый попавшийся дробовик. Остальные бонусы. Эту ракету тоже применится. Дернем вот этот рубильник, взорвем бочку, я ее сильно заранее взорвал, ну да ладно. Расстреливаем всех, кто оказался за стеной. Так, так, а что? Вот, вот так вот. Отлично. Отлично. Поднимаемся вверх по лестнице и продолжаем методично убивать зомби, импов, ну, в принципе всех, кто попадется по дороге, чего уж. Этого импа, этого. О, привет. Надо же, он попал в меня. Ладно. Продираемся к этому переключателю. Открывается стена. О, еще один имп. Убиваем его. И здесь мы видим то, что шкафчики с монстрами открыты. Ну что ж, займемся ими. Расстреливаем пинки. Зомби-мена. Отлично. О! Так там целая армия пинки. Убиваем их. Отлично. Вот так. Так, подбираем аптечки. Дробовик вот этот. О, еще один выжил. Больше нет. Открываем вот эту стену, и за ней наш первый секрет. Да, это именно та соусфера, которая нас до этого дразнила. Забираем ее, расстреливаем появившихся монстров и берем вот эту вот новенькую бензопилу. Пригодится. Двигаемся дальше. Так, поднимаемся наверх. Там никто не выжил случайно. Ну, хотя бы дробовик я заберу. Так, стоп. Неважно, показалось. Итак, идем сюда, спускаемся. Хотя нет, надо расстрелять этих ребят, потому что, ну, вы знаете, этот прикол с бесконечно высокими монстрами, которые блокируют ваш путь при спуске. Итак, забираем броню. Нам крайне нужна. Расстреливаем в темноте пинки, имба и зомби-мена. Также вот этих ребят. Да, вот так. Отлично. Через это удобное окошко расстреливаем остальных, до кого дотянемся. Так, а вот это слуховое окно для монстров. Ладно, идем дальше. Заходим вот сюда, расстреливаем этого импа, вот этого импа и этого импа. Ох ты! Так. Ну, спасибо, Джон. Ладно, мы с этим справимся. И не с таким справились. Так. Ага. Так. И тут спектр еще. Их довольно сложно разглядеть в таком окружении. Ну ничего. Расстреливаем импов здесь. Убиваем этих пинки, хотя у меня же бензопила где-то была. Да. Порежем спектр. Порежем на лоскуты этого пинки. Замечательно. Двигаемся дальше. О, еще мясо. Отлично. Так, и тебя заодно. Расстреливаем. Расстреливаем, я сказал, этого чувака. И этих ребят. Замечательно. Так. Вот здесь дергаем этот рубильник. И где-то должна быть лестница. Так. Секунду, а разве не здесь? Немножко чуть запутался. Угу. Хотя. А, вот же оно. Совсем забыл. Так, через наш любимый темный коридор поднимаемся по лестнице. Итак, наступая сюда, мы поднимаем вот этот мост. А наступая на мост, мы отпускаем вот этих ребят.
Убиваем его быстренько, поднимаемся обратно и находим еще один секрет. Солсфера. Прекрасно. Поднимаемся обратно по этой подготовленной лестнице. Так мило. Так, вот здесь ловушка с двумя шотганерами. Но мы справляемся. Пакетниц. Замечательно. Ой-ой-ой. Кажется, повылазило. Дернем мобильник. О, привет. И тебе привет. Спектр. Ой-ой-ой. Он меня немного запутал. Ого. О, еще ребята. Ах да, там же открывается. Еще один шкафчик с мусором. Ну, возьмем это, почему нет? Я об этом пожалею, возможно, но... Блин. Да, я об этом пожалею. Ладно. Я бы шотганеры у нас не будут попадать с первого раза. Наверное. Убьем мы этих пинки заранее, и этого чувака тоже, почему бы и нет. Но не будем увлекаться. Итак, где-то здесь... Да, вот здесь вот. Еще один секрет располагается, да-да-да. С прекрасной синей броней. Забираем ее. И идем дальше. Так, вот здесь, если вы пройдете где-то здесь, можно опуститься стена вот здесь. Поднимаемся. Убиваем всех, кто здесь находится. Особенно все пинки. Забираем ракеты. Но не спешим уходить. Как вы видели, там была синяя броня, и я ее тоже хочу. У меня, конечно, есть одна. Почти новая, но... Это секрет, секунду. И я не задел триггер. Странно. Ладно, сейчас... Сейчас вернемся. Вот так. Отлично. Бьем пинки, почему нет? И вот здесь есть невидимая стена. Вот так. Через которую мы падаем как раз на броню. Ну что же, время вернуться на наш путь. Расстрелять с твоей пинки. Возможно, там кто-то еще. Нет, там никого нету. Ладно, идем дальше. Аккуратно, слева открывается стена. Расстреляемся, кто за ней. Сканеров, по крайней мере, хотя и этих импов тоже. О, пинки окружают. О, сзади тоже шкафчик открылся. Хорошо. Так, отлично. А внизу шотганер. Достану его так. Прекрасно. Здесь есть карта. Заберем ее. Хотя она не считается как секрет, но почему нет? О, еще один. По-моему, это все они. Угу. Так, вот здесь немножко может быть сложно, потому что внизу собираются монстры. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну ладно, это того стоило, объясню почему. Внизу собираются монстры, и из-за того, что они бесконечно высокие, они могут блокировать ваш путь вниз. И иногда это единственный способ очистить дорогу. Хотя сейчас, похоже, это не сильно мне помогло, но... Скажем так... Ой-ой-ой-ой. Здесь становится интенсивно немножко. Так, так, так. Стреляем за решеткой. Ой, сколько спектров! Кажется, они все заняты не мной. Ладно, расстреляем их аккуратно, в стороночку, чтобы больше никто не... Вот, вот никто не видел, я сказал. Так. Так, и тебе. Нет, не пусти меня. Отлично. О, это много спектров. Ну ладно. Мы справились. Все, осталось немного монстров. Все они вот прямо
прямо там. Вводим погулящих гаммеров. Наказываем их за то, что они вышли. Расстреливаем этих ребят. И, в принципе, можем двигаться к выходу. Взрываем эти бочки. Добиваем тех, кто выжил. Для разнообразия ракеты. И это все. Хороший уровень на самом деле. Потому что с одной стороны он вроде компактный, с другой стороны вот все эти движущиеся объекты, опускающиеся стены и прочее, раскрывают его полностью в конце, и мы видим полностью перед собой весь уровень, всю картину, все вот эти вот места, где мы были. И, ну, я не знаю, по-моему, это интересно. Но в любом случае, спасибо, что посмотрел. Приходи еще, буду рад. До скорого!